أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام، وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хайякум Аллах джамиан. В этой серии мы поговорим о рае и аде. Кратко расскажем о некоторых названиях рая, названиях ада, а также о вратах в рай и вратах в ад. Давайте упомянем некоторые названия ада. Всевышний Аллах говорит: «Довольно с него гиенны, джаханнама». Так мы понимаем, что джаханнам — одно из названий ада. Также Аллах, Святой и Велик, говорит: «Я брошу его в преисподнюю, сакар». Сакар — это одна из ступеней ада. Я прошу Аллаха, Святой и Велик, защитить нас от ада. Тому пристанищем будет ад, джахим. Аллах, Святой и Велик, назвал ад джахимом, который невозможно вытерпеть. В нем одно мучение — только боль, только горе, только плач. Тому пристанищем будет джахим. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Хупама. Он сокрушает тех, кто в нем находится. Он сокрушает абсолютно все. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Хутама. Это разожженный огонь Аллаха. Мы приготовили для них мучение в пламени. Саир. Это огонь, великий огонь, сильный огонь, который воспламенит тех, кто в него зайдет. И я прошу Аллаха, Святой и Велик, защитить нас от этого. Поговорим о вратах в ад. Аллах, Святой и Велик, говорит: «Воистину гиенна, джаханнам, это место, обещанное всем им. Они могли прелюбодействовать, воровать, насиловать, убивать, не веровать в Аллаха, быть лицемерами, совершать несправедливость. Воистину джаханнам — это место, обещанное всем им. Там семь врат». То есть в аду есть семь врат, и для каждых врат предназначена определенная их часть. Значит, Аллах, Святой и Велик, распределил обитателей ада по этим вратам, каждого в зависимости от его деяний. И это будет ужасная, грозная картина. Иногда страх наказания настолько же болезненен, как и само наказание. Если кто-то, например, узнает, что через час его убьют или будут бить, причем он будет это точно знать, то в течение этого часа он будет страдать, он будет бояться, боли и того, что его убьют или изобьют. Представь, что эти люди придут, их погонят к этим вратам, они увидят адские врата, и они будут знать, что за этими вратами находится огонь и мучение. Посмотрите на место, в котором мы находимся. Мы в лесу, среди деревьев. Вокруг нас несколько костров. Это опушка леса. Если зайти внутрь, там будет кромешная тьма. Надо пройти столько-то метров или километров от этих деревьев, и будет тьма. Если кто-то просто посмотрит туда и попытается туда зайти, в это время суток он испугается. Ведь там темно, и ты не знаешь, что находится внутри. Это пугающее зрелище. И в этом ведь нет ничего особо страшного. Так что ты думаешь о том, когда они увидят огонь и адские врата, за которыми сильное мучение, которое еще никто не видел? Тех, которые не уверовали, толпами погонят в гиену. Всех их погонят в адский огонь. Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты. Представь это зрелище. Врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им:
Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим? К вам же приходили посланники, вам давали советы и наставляли. Почему вы не слушали их и не покорились Аллаху Святому Велик, чтобы не оказаться в этом месте? Они скажут: «Конечно, но сбылось относительно неверующих слово о мучениях. О Аллах! Будет сказано: «Войдите во врата Гиены и прибудьте там вечно». Они зайдут в эти врата, и как же скверно обитель возгордившихся. Я прошу Аллаха, Святый Велик, не сделать нас из тех, кто увидит эти врата, и тех, кто будет присутствовать при их заходе в ад. Как сказал Аллах, Святый Велик, о верующих людях, они не услышат даже малейшего ее звука. Они не услышат даже малейшего звука, исходящего от Гиены. Тем более, они не увидят ад и не зайдут туда. Аллах, Святый Велик, полностью защитил их от этого и уберег. Раз уж мы говорим о вратах ада, давайте также упомянем этот хадис. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Ибн Маджа, и шейх Аль-Альбани назвал его достоверным, что в первую ночь Рамадана раскрываются врата рая и закрываются врата ада. Врата ада закрываются. Затем глашатай взывает: «О, желающий блага, устремляйся! О, желающий зла, отвращайся!» И в это время Аллах освобождает людей от огня. И так каждую ночь. Пусть тот из вас, кто застанет месяц Рамадан, займется поклонением, чтобы освободиться от огня и получить гарантии того, что не зайдет в эти адские врата. У рая есть свои названия или имена. Эти имена могут дать тебе общее понимание о рае. Мы кратко упомянем некоторые из них. Аллах, Святой и Велик, говорит: «Аллах призывает к обители мира и благополучия». Дарус-Салям. О Аллах, какое прекрасное название. Обитель мира и благополучия. Мир и благополучие. Там никто не будет тебя обижать, бить, притеснять. Мир. Никто ни на кого не нападает. Никто не поступает несправедливо по отношению к другим. Этого мира и благополучия достаточно для того, чтобы наступило блаженство. Мир. Человек спокоен. Человек находится в безопасности. Это и есть блаженство. Прекрасное, удивительное блаженство. Аллах призывает к обители мира и благополучия. Дарус-Салям. Аллах зовет нас в эту обитель. Так что же мы сделали ради того, чтобы туда попасть? Также Аллах, Святой и Велик, говорит: «Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся в садах блаженства». Джаннатун Наим — это сады, парки, деревья, растения, дворцы, сады блаженства. Посмотри, все это будет блаженством. Во всех них есть то, что ты хочешь, что ты желаешь, что ты можешь себе представить, о чем мечтаешь. Сады блаженства. Он поселил нас по своей милости в вечной обители. Даруль-Мукама. Даруль-Мукама, то есть обитель вечности. И это самое лучшее, потому что каким бы ни было блаженство в раю, если мы зайдем в рай на 2 года, 20 лет или 100, а потом покинем его или умрем, это блаженство будет малым и ограниченным. Оно кончится. Но это вечная обитель. Обитель, в которой пребывают вечно. И ты никогда ее не покинешь. Именно они являются наследниками, которые унаследуют Фирдаус, в котором они пребудут вечно. О Аллах! Фирдаус — это лучшая из степеней рая для верующих. Фирдаус находится на самой вершине рая. Я прошу Аллаха, Святой Велик, даровать нам его. И я прошу Всевышнего Аллаха ввести нас в его райские сады. سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Так же, как мы говорили о вратах ада, давайте сейчас поговорим о вратах рая. Всевышний Аллах говорит: «О тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай». Представь, что ты находишься в такой толпе, толпе богобоязненных людей, которых провожают в рай. Что с ними произойдет, когда они приблизятся, и его врата распахнутся? Представь себе это зрелище, когда ты подойдешь к раю и увидишь, как раскрываются райские врата. И когда они распахнутся, ты увидишь, что находится внутри рая. Они распахнутся, а потом придут ангелы. И что они скажут? Его стражи скажут им: «Мир вам! Вы были хороши! Войдите же сюда навечно!» Я прошу Аллаха, Святый Велик, даровать нам вхождение через эти райские врата. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводится у Аль-Бухари: «Того, кто расходовал на пути Аллаха, заудейн, две вещи, призовут со всех райских врат. О, раб Аллаха, это благо». Говорили, что под словом «заудейн» имеются в виду два коня или два верблюда. Важно то, что ты израсходовал
расходуешь на пути Аллаха, что-то дорогое и ценное, и тебя призовут со всех райских врат. О, раб Аллаха, это благо. Также, давайте сейчас узнаем, что это за райские врата. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в продолжении этого хадиса: «Совершавших намаз призовут из врат намаза». Это одно. Тех, кто принимал участие в джихаде, призовут из врат джихада. А постившихся призовут из врат ар-райян. Людей, дававших милостыню, призовут из ворот милостыни. У рая есть врата, и каждые врата определены под какое-то определенное деяние. Всего 8 врат. Сподвижники обладали большим усердием и энтузиазмом. Они не хотели заходить всего с одних врат. Они хотели зайти со всех врат. Поэтому Абу-Бакр сказал: «Да будут мои родители выкупом за тебя, о посланник Аллаха! Ни в чем не будут нуждаться те, кого призовут из этих врат. Но найдутся ли такие, кого станут призывать изо всех врат рая?» И пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему: «Да, и я надеюсь, что ты окажешься среди них. О Аллах, видели ли вы эти возвышенные устремления? Ты достигаешь такой степени праведности, что тебя призывают со всех райских врат, а не с одних. И возрадуйтесь, о мусульмане, приходу месяца Рамадан, этому месяцу, который повторяется каждый год». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который приводит Аль-Бухари: «Когда наступает Рамадан, распахиваются врата рая. Райские врата открываются. Это благая весть для тебя. Ты, как мусульманин, застанешь месяц Рамадан, будешь держать уразу и будешь знать, что в это время открыты врата рая». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Аль-Бухари: «Поистине в раю есть ворота, которые называются Ар-Райян. В день воскресения через них зайдут те, кто много постился». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И никто другой через них не зайдет. Им скажут: где постящиеся? И они встанут, и никто другой помимо них туда не зайдет. Когда же они зайдут, эти врата закроются, и никто больше не зайдет через них». Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, сделать всех нас из числа тех людей, которые зайдут через врата Ар-Райян. И, конечно, тебе, как мусульманину, когда ты представляешь себе эту картину, что ты заходишь через врата рая, необходимо знать, каковы размеры этих врат. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Муслим: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, расстояние между створками райских врат равно расстоянию между Меккой и Хаджером, или между Меккой и Бусрой. Расстояние между Меккой и Хаджером и между Меккой и Бусрой составляет примерно 1200-1300 километров. Это очень большое расстояние. И это всего одни врата». Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, как это приводится в Сахихе Муслима, что между двумя створками расстояние 40 лет пути. Представьте себе это. 40 лет – одни врата. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, также говорит: «И это благая весть. Я прошу Аллаха, Свят Он Велик, сделать нас из числа этих людей». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И наступит день, когда люди у них будут толпиться». Все это расстояние в 40 лет пути или в 1000 километров, и в то же время это пространство будет переполненным людьми. Представьте себе, сколько людей зайдут в рай. Также послушай этот хадис. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если ты на самом деле хочешь гарантии того, что ты зайдешь через одни из райских врат, послушай этот хадис». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел имам Ахмад: «Родитель — это центральные врата рая. И если хочешь, погуби эти врата, либо сохрани их. Хочешь потерять эти врата? Тогда не почитай своего отца. Хочешь сохранить для себя эти врата и зайти через них? Будь почтителен к своему отцу». Таково значение этого хадиса. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Врата рая распахиваются по понедельникам и четвергам». Эти врата открываются. Почему? И в эти два дня Аллах, Свят Он и Велик, прощает грехи каждому рабу, ничему не поклоняющемуся наряду с Аллахом, за исключением тех, кого ненависть разделила с его братом, за исключением тех, кто прекратил общение друг с другом, кто враждует друг с другом. И здесь речь идет о мусульманах. И тогда будет сказано: подождите с этими двумя, пока они не помирятся. Если ты хочешь, чтобы когда райские врата раскрылись в понедельник и четверг, тебе было прощено, если ты хочешь быть одним из тех людей, которым будет прощено, то помирись с каждым, с кем ты прекратил общение, с кем поссорился, если между вами вражда. Позвони ему, навести его, помирись не ради него, а ради Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Аллах, Свят Он и Велик, простил тебя. В следующей серии, иншаллах, мы поговорим о ступенях ада и ступенях рая, о стражах рая и об адских стражах. Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, простить нам наши грехи. И прошу Аллаха, Свят Он и Велик, сделать нас из числа тех, кто пройдет райские врата. На этом все, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما
غفلونا